станция туризма город Бельцы, Федерация спортивного туризма Республики Молдова. Значит, мы в велопоходе. Я и мой воспитанник Макар. Вот Макар. И мы, значит, едем по Приднестровской Молдавской Республике. Добрались до заповедной зоны Рашков. Вот мой велосипед. Я иду по максимуму, гружу себя. И вот Макар, он у нас проповедует, точнее не проповедует, а тренирует минимализм. То есть человек идет, покажи велосипед, чтобы было понятно, что ты чисто минимум даешь. Снимает все, убирает с велосипеда вообще все лишнее, крылья, минимум питания, берет с собой маленький велорюкзак у него, идет. Это не к тому, что он правильно ездит, а я неправильно, или я правильно, а он неправильно. То есть мы вот в этом походе как бы встретились. У нас единое это вело, но разные методы для путешествий. То есть я гружусь, у меня, как видите, задний багажник и передние сумки есть вело. Вот. А у меня рюкзачок есть. Ну да, ну и конечно ключевая фраза, красиво. То, для чего мы, собственно говоря, забредаем в эти дальние дали, дабы насыщать себя красотой.